Бұл жерден тарихы тұрында бір екі кіне сөз. Сіз мұнда қорадығыз енді экранда нешақты күші жырладылар. Алай барсында жұқшы жырны жырладылар. Бұл Қазанда бұл дворецінде өткен жиде үлдіз деген концерт тамашасы уақытында болды. Алар ана бірінші бүлігін тамамлап қор білен жырладылар. Жұқшы фестивальдің девизі бұл жер дейділер. Бұл жерінің ясылы тарихы Ақ әріп шешегі деген пьесі язған едім. Шушы пьесіда шушы жыр бар. Аның пьесісін бір театрда қоймады, ләкен жыры енді қазір бір күн елға яқын яңғырай. Мұна шол тарихы. Рахмет. Мұна біз ұяқтып Татарстанға келдіп, Аллаға шүкір, мұна шол родина, хотя біз барымызда Мәскеуде туып өскен қатын-қызлар. Мұна Кыргызды жыр бойынша үйренеміз. И очень рады, что сегодня здесь специально попросились Министерство культуры подальше. Ертегі Шалыға барамыз, бүгін Алматыға, Азнабайға, потому что мы хотим, чтобы узнать поближе такой замечательный наш народ. В Москве мы мало чего знаем о татарах, а здесь такие замечательные края, такие замечательные места, такие замечательные люди. Вот Назифа Аба Этенде, оно юбилейында келгенде, мы удивились. Какие люди? Я спрашиваю, наверное, москвичи приехали откуда-то из города? Они говорят, нет, наши все, деревенские. Настолько интеллигентные, настолько глубокие, настолько искренние. Мы в вас просто влюблены. Рахмет сізге. Мы сказали, поляк алмазы, все же мы не узнаем, не увидим, но когда вот так приедешь, все сразу становится ближе. И понимаешь, мы горды тем, что мы узнаем наш язык, что мы вот такие, что мы сейчас у вас. Рахмет сізге. Мы, наш ансамбль духовной музыки Медина образовался в 2006 году. Мы исполняем мунаджаты, нашиды и сами сочиняем песни на мусульманские темы. Объездили очень много арабских стран. Были в Иране, в Тунисе, Марокко, Иордании, Саудовской Аравии, Турции. И везде были послами россиян, мусульман, женщины, татарки. И нас время спрашивают, вы благодарственные письма писали от правительства от государства Татарстана. И кто не мог понять, что в Москве живут татары. Мы говорим, мы не из Татарстана, мы из Москвы. Но все равно приятно. Потом показали здесь, в Москве, в Татарстане, что мы все благодарственные письма привезли Татарстану. Вот, будучи работая в Москве. И нас спрашивают, как же там мусульмане живут? Вас не убивают? Как вы ходите? Как вы поете такие песни? Как вы выживаете? Мы говорим, да нет, вот так вот живем, и очень хорошо. И на наши концерты собирались полный зал, аншлаги, потому что мы были проводниками вот этой вот мусульманской татарской культуры. И в Москве мы выступаем на всех праздниках, на православных праздниках, на иудейских, на буддийских праздниках. Иосиф Давыдович Кобзон называет нас мусульманский хор. И мы очень рады, что вот так вот соприкасается с нашим творчеством. Ну и, конечно же, песни нашему коллективу «Репертуар» пишет Назифа Харисовна Каримова. И мы хотим познакомить вас с несколькими песнями из нашего репертуара. «Изге Рамазан». Вы знаете, вы наверное, да?